Большинство предателей Украины, выбравших сторону агрессора, наверняка уже понимают, насколько шаткое их положение и как к ним на самом деле в РФ и относятся. На болотах перебежчиков считают ненадежными и подозрительными. Ведь у них у всех украинское, а значит, вражеское происхождение. А сегодня они неожиданно оказались не просто патриотами нашей страны, но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотами. При этом свои родимые пятна никуда не спрячешь, от них не избавишься. Периодически это все вылезает. Коллаборанты знают, что как бы сильно они не облизывали рашистскую власть, как бы яро не демонстрировали Кремлю свою лояльность, для россиян они никогда не станут своими и навсегда останутся людьми второго сорта. К ним будут относиться с презрением, неуважением и брезгливостью, а в какой-то момент еще избавиться, как от ненужного элемента. Такая она, жалкая и убогая судьба предателя. Когда мы победим, вот, они нас всех убьют.